Безопасность движения обеспечит технологии. Японцы внедряют устройство, которое увидит пешехода раньше водителя, даже при плохой видимости, и передаст сигнал на дисплей бортового компьютера. Систему, которая оценивает дорожную ситуацию, создали в Германии. Автомобиль премиум-класса, оснащенный бортовым компьютером, сможет самостоятельно затормозить или совершить маневр. Российские ученые из Института Лебедева разработали технологию трехмерных знаков. Вместо обилия дорожных указателей, которые часто вводят водителя в заблуждение, будет один – голографический. В зависимости от угла зрения автомобилист будет видеть разные изображения. При приближении машины голографический знак будет ярко вспыхивать или мигать, привлекая внимание.